16 января ОППО представит смартфон с 10-кратным оптическим зумом. Или только саму камеру. Слухи о том, что ОППО выпустит смартфон с 10-кратным оптическим зумом, появились практически сразу же с публикацией изображений патента технологии. Ну а сейчас, благодаря опубликованному в сети тизеру, стало понятно, что дело движется к коммерческому анонсу аппарата с такими возможностями. Новинку должны представить уже послезавтра. Правда, пока непонятно, будет ли это анонс самой технологии, или ОППО представит еще и прототип смартфона с такой камерой. К примеру, технологию с 5-кратным оптическим зумом ОППО анонсировала еще в 2017 году, но в продаже смартфон с такой камерой пока так и не появился. Между тем, камеру с 10-кратным зумом приписывают сразу трем моделям ОППО линейки FR19, F19 и F19 Pro. По слухам, F19 будет построен на соусе Qualcomm Snapdragon 675 и получит вырез для камеры в экране, как у Samsung Galaxy A8s. Что касается R19, то он придет на смену модели R17 летом текущего года. В общем, пока вопросов много, будем надеяться, что хотя бы часть из них разрешится послезавтра.